Катя, вот это да! Я тоже так хочу, чтобы у меня было сначала такое платье, потом такое, потом еще другое. Как ты это делаешь? Это магия. Ты волшебница? Да. Здорово. Ну ты мне расскажешь потом слова, какие надо говорить? Да. Я, конечно, сразу хочу сказать спасибо еще одной Кате. Я знаю, кто у нас волшебница главная. Это Катя Сиротина. Каждый год Катя нам ставит номера на «Синей птице». И каждый раз кажется, что уже ничего нельзя придумать такого, что мы здесь не видели, и Кате это удается. И вот на сегодняшний день Катя Сиротина очень сильно приблизила уже художественную гимнастику к театрализованному действу. И что касается выступления, конечно, очень необычно, потому что мы видели разные номера, да, когда мы уже художественную гимнастику соединяли с балетом, но все равно она оставалась гимнастикой. Но сейчас это был уже такой абсолютно отдельный номер. Это все очень интересно. Катюша, я надеюсь, у нас все сбудется. Катя, ты мне скажи, а как у тебя вот внутри твоего абсолютно практически отсутствующего красного платья первого скрывалось вот это белое, которое в 6 раз больше, чем оно? Это очень тяжелый процесс всего вместе. Заматывание. Заматывание, складывание. И очень долго над этим работали. Мама училась это делать. И вот так волшебно это получается, очень красиво. И это того стоит. Да, это было чудо. Во-первых, совершенно очаровательная девочка, которая исполняет с такой легкостью все очень трудные элементы. За это спасибо. И очень чисто. Кстати говоря, а, конечно, ну, я думаю, всех дам любого возраста изумила и прельстила вот эта смена. Абсолютно так тоже. Вы тоже хотите, да, да, чтобы у вас сейчас беленький костюмчик стал? А вот я подумала, а как бы мне это сделать в течение всего концерта, вот так тоже менять? Коля знает, он вам расскажет, как. Да, это очень эффектно и красиво, и с большим вкусом. И спасибо, конечно, Катюша, это действительно элегантно очень. Скажи мне, я просто абсолютно была удивлена, когда мне сказали, что у тебя по физкультуре какая оценка? Будем говорить? Да, 3. Как такое может быть? Это учитель физкультуры, видимо, больше тебя знаешь, Дашка, чаще хочет там видеть тебя на своих уроках. Солнышко, там не только надо прыгать через коня и бегать, там же иногда надо и стрелять. В физкультуру сейчас много чего входит, потому как бы неизвестно, за что ставили оценку. Да, я даже. Давайте я назову имя и фамилию. Рукавишников Антон Юрьевич. Дорогой Рукавишников Антон Юрьевич, приезжайте к нам на «Синюю птицу». Я уверена, что вы гордитесь Катей так же, как мы ею гордимся. Хорошо, потому что такие принципиальные учителя физкультуры в Санкт-Петербурге. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо большое. Ты очаровательная абсолютно девочка. И мне кажется, что тебе не только вот гимнастическое будущее, но и артистическое тоже. Все тебе по плечу. Катенька, ты не Спасибо. Расстраивайся. У меня тоже был один такой педагог, он мне все время говорил, тоже мне не женский. А потом прошли годы, и там, где висел портрет Ленина в классе в этом, висел мой портрет много лет. Ты его Спасибо. Поменял, видимо, ночью, пока все спали. Спасибо тебе большое, Катюша. И спасибо огромное Кате Сиротиной за этот номер.